Здравствуйте! Прогноз погоды на Хабар-24. О метеоявлениях в ближайшие сутки расскажу вам я, Галина Гаджук. В завершении выпуска вы узнаете, какие биологические организмы способны и предсказывать погоду, и воздействовать на нее. Но прежде о синоптической ситуации в стране на среду, 14 июня. Погода на севере Казахстана стабилизируется. Гребень сибирского антициклона очистит небо от дождевых облаков. И в регионе будет солнечный, сухой и жаркий день с температурным режимом на 3-4 градуса выше климатической нормы. В Кокшетау 31 градус выше нуля. Переменная облачность. В Кустанае температура воздуха установится на отметке плюс 27. В Петропавловске днем воздух прогреется до 28 тепла. На большей части запада страны ожидается повышенный фон атмосферного давления с преобладанием малооблачной и тихой погоды. Только по северу промчится холодный атмосферный фронт, отметившись ливнями, грозами и шквалистым ветром. Актобе плюс 26, Уральск 25 градусов выше нуля, кратковременный дождь. В Атырау 29 тепла, в Актау малооблачно плюс 24. На юге республики атмосфера из-за сильного перегрева станет неустойчивой. В небе появятся башенки мощных дождевых облаков, местами переходящих в грозовое состояние, что, впрочем, не помешает столбикам термометров оставаться в рамках климатической нормы. В Кызылорде днем плюс 33, небольшой дождь. В Шымкенте 35 градусов жары. В Таразе переменная облачность, воздух прогреется до плюс 36. В Талдыкургане по-прежнему никаких температурных качелей. Дневной максимум 33 градуса выше нуля. Жаркую погоду не омрачат ни кратковременный дождь, ни грозы. В атмосфере Востока государства сохранится непререкаемое господство антициклона, которое обеспечит жителей региона погодой миллион на миллион. Это когда ясно, безветренно и очень комфортно. В Усть-Каменогорске 30 градусов выше нуля. В Семее небольшая облачность, плюс 31. В Павлодаре высокие летние показатели, столбик термометра поднимется до 32. Центральные области окажутся в зоне фронтальной системы, провоцирующей образование отдельных массивов грозовых облаков, проливающихся скоротечными освежающими ливнями. В Жезказгане такому повороту событий будут рады, ведь там вот уже который день держатся температуры выше 30 градусов. В Караганде днем плюс 31. Кстати, отличная погода для выезда на пикник. Понаблюдайте за дымом от костра. Если он идет вертикально вверх, ждите солнечных дней. Поднимающийся вверх дым – признак высокого давления. В Алматы облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19, днем 29 выше нуля. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 685 миллиметров ртутного столба. В Астане переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха ночью плюс 17, днем 30 градусов выше нуля. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 723 миллиметра ртутного столба. И по традиции интересный факт в завершении выпуска. Грибы способны не только предсказывать погоду, но и воздействовать на нее. В безветренные дни они разносят свои споры по воздуху, выделяя водяной пар. А пар, в свою очередь, охлаждает воздух. Это была метеорологическая служба телеканала «Хабар-24». Хорошей погоды!